Винограда. Мы вместе. На сайте Росмолодежи выложили результаты конкурса «Инженеры будущего». Грант в размере 650 тысяч рублей. Выиграл проект «Огненная дуга. Путь героя». Участники покатаются на джипах вдоль Курской дуги и попытаются освоить выделенный им бюджет. Даже не знаю, чего в этом проекте больше – инженерных или исторических изысканий. Ни герб, ни гимн, ни флаг не воскресят погибших в Грозном молодых ребят. Ни Крым, ни храмы не согреют тех, кого ты бросила в нужде и в нищете.